Ми раді вітати вас у нашому денному ефірі на 7-му телеканалі. З вами Тетяна Милимко. Доброго дня. Сьогодні в гості до нас завітали Дмитро Яїцький, комерційний директор Асоціації шеф-кухарів Півдня України, та Тітов Віктор, засновник Асоціації шеф-кухарів Півдня України. Поговоримо ми про кулінарну премію «Топ-100 кухарів України» і про календар. Так? Який в нас буде? Чи вже є? Доброго дня. Доброго дня. Вже створили його, так? Що це за календар? Розкажіть. Да, в этом году мы как бы в преддверии всего 2019 года создали специальный календарь наших мероприятий на 2019 год, который мы презентуем гостям наших будущих мероприятий, партнерам наших будущих мероприятий, ну и всем людям, которым интересна кулинария в принципе. Вот. И что там будет? Это все, что відбуватиметься протягом 2019 року, так? Да. В нашей ассоциации, как минимум. Украина сейчас стала богата на кулинарные события в принципе. И помимо нашего календаря, который нужно было проявить для Украины, скажем так, у нас есть там порядка еще 10 мероприятий выездных, на которые мы выезжаем, как гости, как судьи, как кулинарные эксперты. Поэтому решили с самого начала года заявить о наших мероприятиях, вот, чтобы остальные уже под нас подстраивались, а не наоборот. Вы секреты выдаете, да, это щирость, да. Это добро. Да. Вот, и решили это сделать непосредственно в эфире лучшего телеканала «Одесса». Ще й так додали родзинку, тому так, дякую вам, звісно. І презентація тільки на телеканалі, чи вона вже відбулася, десь можна знайти календар? На данный момент презентации нет. Вот это будет первое мероприятие, первая трансляция, на которой мы хотим объявить по поводу нашего календаря. И самое главное, хотели бы объявить о новой премии, так как она очень важна для Украины, конкретно для нас, для того, чтобы сделать нашу страну более вкусной, более известной во всем мире, нашу кухню. Вот. И это будет премия от нашей ассоциации. Мы хотим показать лица шеф-поваров, которые готовят в Украине, которые уже чего-то добились, и хотели бы сделать так, чтобы остальные шеф-повара равнялись на них и, соответственно, как бы там тоже проявляли максимум усердия для того, чтобы попасть в этот рейтинг. Слухайте, ну у нас же ж круті такі кухарі, так? Вони, насправді, можна пишатися в Україні. Тут я одразу ж згадую, там хтось з шоколаду зробив годинник, який з механізмом він йде прямо. Хтось там ще, можливо, ви мені допоможете і розкажете, які ще шедеври створювалися? На самом деле в Украине уже очень много хороших поваров, но это недостаточно в сравнении с тем, что есть в других странах. Как норвежцы, скандинавы вообще сделали свою кухню топовую. То а багато хто поїхав з України до Норвегії? Так? Ну, нам хочется, чтобы они вернулись, сделали все самое лучшее как раз-таки у нас в стране. Да, наша премия будет называться Ukrainian Culinary Faces. Появилась она в продолжении первого проекта такого национального масштаба, это Ukrainian Culinary Days, о котором мы когда-то с вами говорили в этой же студии. Вот. Решили показать поваров в трех основных номинациях. Это украинская кухня, это кухня народов мира и искусство кондитерское. Вот. Я Виктору предложил дополнить нашу премию ввиду того, что на наших кулинарных кубках большое количество участников, которые принимают в них участие, в основном молодые, но их сложно назвать лицами украинской кулинарии, но ребята проявляют рвение, стремление, поэтому мы решили их поддержать и добавить еще две номинации в эту премию. Это New Ukrainian Culinary Faces и Juniors. То есть показать и молодых начинающих, и детей, которые стремятся и, возможно, в каком-то обозримом будущем станут лицами украинской кулинарии. Что они мають зробити? Вигадати новий рецепт? Чи класно зварити борщ? Чи, до речі, давайте згадаємо цей жарт. Так? А давайте я вас спрошу, який борщ це правильний? Раз, Інна. Два, три. Бабушкин. Чи матусин? Це дуже крутий, да, вопрос. І многі кулінари изучають кулінарію других стран, но не зная азов своєї страны. І починають розказувати, який самый правильный місо, суп і так далі. Нет какого-то ідеального рецепта, ні одного блюда. Есть то блюдо, которое готовили в детстве бабушки, мамы, и оно самое правильное. Либо там дедушка где-то на костре. Это самое правильное блюдо, которое вот с детства понятно. И мы хотели бы, чтобы больше наши ребята углублялись как раз-таки вот в корни, в истоки. И вот как раз-таки возвращаясь к премии «Почему же дети?», потому что вот, очень здорово.
Если раньше в нашу профессию шли те, кто ничего не добились. Ну, вибачте, вони були постійно кошмарами. Чи соромилися, наприклад, навіть люди люблять готувати? Чоловіки, жінки. Це мистецтво теж, так? Конечно. Смачно приготувати. Одні ті самі продукти можна дати двом різним людям, сказати, дати їм один той самий рецепт, і вони по-різному приготують. Я не знаю, у чому тут секрет, але в одного буде смачно, в іншого ні. Я сподіваюся, що все ж таки в нас є душа, і хтось вкладає душу, так, у те, що робить, а інший, можливо, робить це на швидкоруч. Так, насправді, до кулінарних коледжів йшли ті, хто не закінчив там, закінчив, точніше, 9 клас і не йшов то до 10-11, а хтось йшов за душею, так, за позовом серця, за покликом. К сожалению, таких було так мало. Сейчас, їх мало, так, сейчас але все більше і більше, професія становиться більш популярна, і я очень рад, що вот благодаря вот нашим діям ребята міняють свої грязні футболки на кителя, становятся более правильными. Почему? Мы все-таки решили эту премию основать для того, чтобы человека знали, того, кто непосредственно готовит на кухне. Если человека знают, то, соответственно, как бы отношение к самой еде становится совершенно другое. Человеку уже не хочется вот тому шеф-повару, повару оказаться тем, что «Вась, вот ты приготовил невкусно, вот как-то можно было вот так вот сделать?» Вася уже стыдно, и Вася уже старается, и, по сути, еда получается более вкусная. Да, то есть, с одной стороны, это популяризация украинских поваров, а с другой стороны, это ответственность персональная, которую эти повара берут перед своими гостями, что, в принципе, важно. Сегодня, когда мы приходим в какой-либо ресторан и берем меню, мы не знаем, кто готовит для нас еду. Ну, в большинстве случаев понятия не имеем, какие там происходят процессы, кто готовит, там, в перчатках, без перчаток, вечный спор, да, ну и так далее и тому подобное. Мы хотим поменять эту картину. Наверное, правильно бы было, если бы в меню каждого заведения фамилия шеф-повара стояла в меню. И вы приходили к нему в гости, и он бы нес свою персональную ответственность перед всеми гостями. Это было бы красиво. Я згадала одне містечко одразу ж, кафе на Закарпатті. Знаєте, мені принесли на ранок сирники, і там кухар, він підписався чимось там, я не пам'ятаю, чи варенням якимось. Але я запитую, що тут написано? Я не зрозуміла, що то таке. Це наш підпис, нашого кухаря. І так було приємно це їсти, тому що ти розумієш, що людина старалася. Да. Так? Да. І так і має бути, так? Все вірно, так. Вы абсолютно правильно сказали по поводу того, что раньше в училище шли ребята, которые никуда не поступили. Я никого не хотела образить, но стереотип такой есть. Вы правильно говорите. Сегодня мы привлекаем в наши кулинарные проекты, кулинарные кубки, и проводим юниорские кубки, которые в том числе пройдут в апреле, о которых мы сейчас расскажем. Когда мы видим тех конкурсантов, которые приходят, которые сегодня учатся в этих училищах, они уже трудоустроенные. 18, там, 20 лет, и даже моложе ребята, они уже с опытом работы в ресторанах, в которые они в том числе попадают благодаря кулинарным кубкам. На кубках они знакомятся с нашими судьями, с организаторами. Все, кто принимает участие в организации этих кулинарных мероприятий, они все как бы из этой тусовки, это лучшие шеф-повара и Украины, и Одессы, естественно, которые работают в лучших ресторанах и как бы и города, и страны. И все они готовы брать ребят на стажировку к себе. Было бы желание. И те, кто это желание проявляет, мы считаем, что в них есть смысл вкладывать силы, время и помогать им становиться как бы известными, в том числе благодаря вот такой кулинарной премии. Кстати, по поводу премии. Расскажи, Виктор, пожалуйста, о условиях. Ну, условия просты. Вот нужно любить кухню, нужно стараться развивать ее. И самая главная номинация, она, конечно же, вот для нас, она, ну, все номинации равны, но для нас самая главная номинация – это номинация по украинской кухне. Потому что, вот, к сожалению, в Одессе не так много украинских ресторанов. Надеемся, что вскоре их будет гораздо больше, и туристы смогут приехать и попробовать не только японскую, итальянскую или там еще какую-то кухню, а нашу родную, вот одесскую, кухню одесского региона, украинскую кухню. Условия простые. Любить
кухню і розвивати її. Вот і все. Щось треба буде приготувати, я так розумію. Так? Не тільки на... там прийде до вас, уявляєте собі, кухарі прийдуть і скажуть, я люблю кухню. На кухню України, так. Ну от в Примі перший буде два етапи. Перший етап всі жителі України можуть видвинути конкурсанта на цю премію. Тобто має хтось, да, так? Да. Не сама людина, не сам чоловік. Це важливо. Так. Должны выдвинуть, по их мнению, лучшего шеф-повара в каждой номинации. Далее, через месяц после начала голосования, мы передаем эти данные топовым рестораторам, шеф-поварам, гастроэкспертам. И дальше проходит финальное голосование, после которого попадут вот лучшие в этот рейтинг. Це ми говоримо зараз про Одещину чи про всю Україну? По поводу всей України. Ну, ми любимо Україну, і тут не стоит как-то ограничиваться только одеським регіоном. Хотілося б, щоб знали не тільки київських шеф-поваров, київських рестораторів, но і якраз такі регіональні обласні центри. Це дуже здорово, коли вот ребята будуть старатися на кожному рівні, в кожному місті, в кожному маленькому селі, або где-то вот в загородному комплексі старатися робити кухню більш популярною, більш вкусною, це буде здорово. Чи важлива презентація? От ми всі дивимося різні кулінарні шоу також, і ми бачимо, що віднімають бали, так, для за презентацію. Для кулінарного шоу саме головне – це презентація. Так. Но в житті якраз таки ми поміняли умови наших мероприятий, і у нас головна оцінка – це вкус. Все ж таки красиво вже навчились багато готувати, але... Вкус – это очень важно. Многие еще до сих пор не умеют пользоваться правильно солью. Где-то недосолено, где-то пересолено. Поэтому для нас главный акцент – это акцент на вкус, ну и, само собой, презентация. Мы не хотим быть динозаврами, как раньше пюрешка, котлетка, латучок. Это уже не модно. Это даже смачно. Смачно. Должно быть и вкусно, и красиво. Вот я часто задаю вопрос, а вот у вас есть Инстаграм? Каждый человек говорит, да, есть, вот хочется какую-то красивую фотографию загрузить в Инстаграм. Мы хотим, чтобы наши повара давали не только хорошую еду, но и плюс эмоции. Эмоции в нашей жизни очень важны, поэтому, конечно, презентация очень важна. Ну, и гигиена. Это вот три аспекта, которые вот чаще всего мы проговариваем, делаем акцент, что вот каждый повар должен уделять максимум внимания. Это вкус, следующее – это презентация и гигиена. Это равнозначные два пункта. Три. Да. Так, первый, самый главный, так. Два равнозначных. Все, я зрозуміла, так, дякую. Так. Мені здається теж, гігієна – це дуже, дуже важливо, важливо, і треба готувати у рукавичках, так, ви говорили? Это спорный вопрос. Я много поработал из-за границы, и у нас в стране, и обращаю внимание, что многие вот наши постсоветского пространства люди, они считают, что вот все же таки правильно готовить в рукавичках. Я с ними не соглашусь. И вот недавно, будучи администратором одной из групп в Фейсбуке «Я повар», увидел много негативных отзывов по поводу того, что на Бакю Садор, это одно из самых главных событий кулинарного мира, повара готовили без перчаток. Так вот, мои наблюдения часто очень, когда ребята готовят в перчатках, не касаемо Украины, а касаемо вообще всего мира, и в Европе, и в Южной Америке я сталкивался с этим. Человек чувствует, повар себя чувствует защищенным. И эти перчатки не так часто меняются. И человек может взять сначала рыбу, потом овощи, потом еще что-то. И это беда. Краще, можливо, вымыть руки, так, взять. Когда повар чувствует вот, какую-то грязь, как постоянно моет, и плюс, конечно, на каждой кухне должен быть антисептик для того, чтобы обработать руки. В течение определенного времени, ну, каждый антисептик по-разному действует, руки обеззаражены, поэтому это гораздо более важно, нежели в перчатках. Второй аспект, который мне архи не нравится, будучи молодым поваром, я тоже как работал в перчатках, резал овощи и так далее. И бывало так, что перчатка не того размера, и кусочек перчатки попадал в блюдо. Я тратил очень много времени для того, чтобы достать ту кусочек перчатки. Так как я считаю, раз в калькуляции не прописано этот ингредиент, он не должен быть там в салате или в основном. Здивували би когось. Да, поэтому, ну, к сожалению, сталкиваюсь, что не все столь ответственны, поэтому этот аспект мне не нравится. Еще один аспект, который мне архи не нравится, это что руки потеют, проколол перчатку, и опять-таки получается какой-то новый дополнительный ингредиент в блюде, которого нет в технологичке. Да, поэтому я жизнь. Кардинально против. Не главное, чтобы человек действительно очень хорошо относился к гигиене, чтобы постоянно мыл руки, постоянно обрабатывал антисептиком руки. Это очень важно. И опять-таки, возвращаясь к домашним условиям, мы все готовим дома без перчаток.
Ніяких проблем не було. Ну, звісно, так. І тим більше, якщо ми беремо рибу, там, а потім м'ясо і все одними, і те самими рукавичками, то яка різниця взагалі, чи в них ми, чи без них? Ну, да. Не розумію. Я часто возвращаюсь к ресторану «Нома», я смотрю на лучших в мире, это лучший ресторан, 4 лучших стран мира, и там повара работают без перчаток. Они лучшие в мире. Поэтому все ж таки есть резон. Ну, добре. Я дивлюся, що також у квітні відкриття філіалу відбудеться, так, те, що ми говорили, а в травні – дні української кухні. Минулого року ми з вами зустрічалися і говорили про ці дні. Знову українська кухня буде нас дивувати. Якщо дозволите, ми перескочили весь апрель, который очень-очень-очень да? важен ну, для давайте. Нас. Ну, давайте, квітень пробіжимося. Да. І задоволенням я послухаю. У нас сразу несколько мероприятий. 3, 4, 5 апреля на Морвокзалі. Это 4-й кубок України по кулінарії. Это чемпіонат України по кулінарії серед юніорів. Это суперкубок України по кулінарії, в котором примуть участие всі победители всіх кулінарних чемпіонатів, кубків со всей страны. То есть только победители будут соревноваться. Пройдет большой форум ресторанного бизнеса. И все это в рамках выставки, которая 3-5 числа пройдет на Морвокзале. Да. Так. Ну и мы объявим этих финалистов премии Ukrainian Culinary Face. Да, первых. По поводу украинской кухни. Да, май. Так. Май у нас тоже насыщенный. Травень, так. В мае у нас дни украинской кухни, весна. У нас еще один проект Ukrainian Culinary Ways. Это гастропутешествие, в которое едут шеф-повара, совершая такое путешествие с севера на, точнее, с юга на запад. Вот мы начнем, наверное, с Херсона, Одессы и закончим где-нибудь в горах. В обіді говорити про їжу, так, да, дуже. Да. На самом деле, більше посмотреть по поводу нові продукти, які є в інших регіонах. У нас дуже багата страна, і кожен раз, виїжджаю где-то в другой город, я нахожу что-то новое для себя. І в основному шеф-повара там стремятся поехать где-то за границу, но нужно знать свою страну, она безумно красивая, плюс в каждом регионе есть что-то свое. Я всегда разделяю Украину так, как море, лес и степь. У нас, понятно, море, морепродукты, рыба. В Западной Украине это лес, грибы, ягоды, мох и так далее. Ну и, понятно, мох хлеб. Мох есть ты? Конечно, есть съедобный мох, который растет в Украине. И вот недавно... Обещайте наступного разу принести что-то так, с моху. Виктор даже вылавливает в Черном море водоросли, которые съедобны. И использует их в своих презентациях. Вот в нашем море. Викторе, обов'язково хочу, чтобы тут стояли водорості та мох. Зробимо, в следующий раз ми принесемо. Добре, так. Добре. Скажіть, де можна переглянути буде календар, тому що я все одно розумію, що усі дати ми не запам'ятаємо. І хотілося б знати, можливо, ще куди подавати заявки. Через кілька днів ми його опублікуємо на наших страничках Facebook, Instagram, на нашому сайті. Он на вашому, як називається? Що вбивати, це асоціація шеф-поваров Юга Україна, Ukrainian South Chef Association. Проще искать на английском, но в принципе... На самом деле мы дублируем чаще всего на английском языке. Для чего? Для того, чтобы больше знали о Украине. Это не потому, что мы не любим страну, а любим английский язык. Нет, вообще. Находясь на Западной Украине, на второй-третий день я сам автоматически перехожу на украинский язык. Я его очень люблю, считаю там одним из самых красивейших языков в мире. И вот мы указываем чаще всего на английском для того, чтобы Украину знали за пределами ее. Потому что указывая на русском, либо на украинском языке, мы не сможем так популяризировать нашу страну и нашу кулинарию. Хочется, чтобы в ближайшее время украинская кухня стала в ряд с топовыми кулинарными странами. И очень надеемся, что придут в нашу страну и топовые рейтинги, и Мишелин, и топ-50 лучших ресторанов Европы. И украинскую кухню узнают везде, полюбят. Как вот опять-таки в моих путешествиях, когда угощаю кого-то из шеф-поваров, мой говорит, блин, вкусно, а можешь еще раз приготовить, а можешь еще раз. Я понимаю, что для узкого круга людей она уже стала популярной, но хочется все-таки, чтобы во всем мире они знали. Дякую вам за те, що ви прийшли до нас. Я нагадую, в гостях у нас Дмитро Яїцький, комерційний директор Асоціації шеф-кухарів Півдня України, та Титов Віктор, засновник Асоціації шеф-кухарів Півдня України. Поговорили ми про кулінарну премію, топ-100 кухарів України і багато-багато інших подій, які відбудуться у 2019 році. Дякую вам ще раз за те, що ви прийшли до нас.
Ви обіцяли. Спасибо за приглашення. А ми нагадуємо, що найсмачніший борщ все ж таки в бабусі чи в мами. Так? Залишайтеся з 7-м телеканалом і нехай щастить.